Добрый день, дорогие москвичи, особенно те, которые проживают в Центральном округе. Округе, в котором собирается баллотироваться депутат Мосгордумы Сергей Сергеевич Митрохин. Глубоко мной уважаемый человек. Он настоящий человек. Это не картинка из телевизионного экрана, а это боец, мужчина, лидер, настоящий лидер. Я хочу рассказать единственный случай, потому что все остальное вы уже говорили. Он спасает скверы и прочее. И Торфянку, Лосиный остров, точечную застройку. Я много раз был с ним на митингах, выступал вместе с ним. Я видел, что он говорит искренне, у него не было фальши в голосе. Так вот, когда Сергей Сергеевич Митрохин был депутатом Мосгордумы, а это было, когда объединились так называемые демократы СПС и Яблоко в 2005 году, и демократов возглавил список Иван Новицкий, такой товарищ. Но после избрания в Мосгордуму этот Иван Новицкий, который шел первым номером в списке, перешел в Единую Россию. И после этого избирался еще, по-моему, пару раз. А вот Сергей Сергеевич больше не избирался, то есть его не выбрали. А почему? Потому что у нас была сотрудница, которая работала в Министерстве природы, да, Москвы, которые сидят на Новом Арбате, как она называется, департамент природоустройства, ну, какое-то там сложное название. И мы когда с ней общались, она была счастлива. Ой, Медовар, я счастлива, что Митрохин не пришел в Думу следующего созыва. Он достал все управление, он добивался вот этих защиту зеленых насаждений, он нам забивал жалобами, он все время писал, то в прокуратуру нас проверяли, он нас достал. То есть, понимаете, уважаемые москвичи, человек, которого ненавидит власть, это наш человек. Значит, он сможет нас защитить, потому что у него такой внутренний стержень. Он стоит по-настоящему за народ. И вот этот посыл именно чиновников департамента, которые радовались, что Митрохин не прошел Мосгордуму, и никто им не будет больше проедать плешь, и они могут спать в своих креслах, как раз лучший показатель, что Сергей Сергеевич Митрохин это наш кандидат. И я очень бы хотел, чтобы программа «Минимум» была такова. Митрохин в Мосгордуме, программа «Максимум», Митрохин спикер Мосгордумы. Выиграет Москва, выиграет каждый москвич, потому что только такой человек должен представлять наши интересы. И второе. Я обращаюсь к Навальному. Леша, в 2005 году, когда я вступил в партию, благодаря Сергею Сергеевичу Митрохину, я попал на твой день рождения, который проходил в партии на Пятницкой. И мы с тобой пили виски, я даже помню, как они назывались, Red Label. И я тогда выдал тост в твой адрес. Ты сейчас организовал умное голосование. Леша, умное голосование – это то, когда есть сильный кандидат против партии жуликов и воров, как ты их обозначил. Хотя я лично не считаю Единую Россию партией. Это конгломерат чиновников, которые пилят бюджетные деньги. Так, Леша, убери Соболь с 43-го округа. Пускай она хороший юрист, пускай она работает в твоем К. Но есть же еще округа, там, где она боролась против главного повара господина Путина. Вот там пускай она идет, пускай они будут вместе. И ни в коем случае они не должны конкурировать в одном округе. Ну, а про ставленницу Единой России я промолчу, потому что мне сказать нечего. Еще раз запомните, товарищи, уважаемые москвичи, уважаемые жители 43-го округа. Сергей Сергеевич самый достойный кандидат. Таких бойцов в Москве, наверное, больше нет. Благодарю за внимание.